1 сентября очень важный день для любого высшего учебного заведения, и 1 сентября открывает новый этап в жизни студентов первых, вторых, третьих и всех курсов. Поэтому в рамках этого события, то есть 1 сентября, в университете проводится декада первокурсника. И в рамках декады первокурсника библиотека технического университета проводит выставки, просмотры, экскурсии по библиотеке для того, чтобы вновь пришедшие студенты узнали больше о вузе, в котором они должны учиться, и, соответственно, более комфортно себя ощущали в стенах университета. В этом году мы решили использовать новую форму, сделать шаг навстречу студентам, пользователям нашей библиотеки. То есть мы сделали выставку-просмотр в первом корпусе университета. Выставка, тематика выставки определялась достаточно сложно, мы долго спорили, но решили остановиться на названии научной школы нашего университета. Потому что студентам нужно знать историю своего вуза, знать те основные направления, в которых развивается вуз, поскольку это будущее. И сегодня, когда проходит встреча магистрантов в первом корпусе университета, мы рассчитываем, что студенты-магистранты – это будущее науки нашего университета. Они придут, посмотрят эту выставку, где представлены ведущие направления, ведущие школы университета. Это первая выставка из серии «Научная школа университета», и здесь представлены четыре факультета нашего университета. Имена, известные очень организаторов научных направлений школ, они известны не только в рамках нашего университета, они известны в мире. Это Лёзин, Рыжиков, Агеев, Соколов. И когда студенты придут и посмотрят даже вот в том формате, который представлен здесь на выставку, мы надеемся, что это будет как бы, может быть, толчком для дальнейшего творческого развития студентов, и они будут больше внимания уделять исследовательской работе, посмотрев на примеры, которые представлены здесь на нашей выставке. Ты не слышишь другую сторону не слышишь. Хотя бы я согласна с вами. Более... компетентно в вопросе, что вы ставите. Что на сегодняшний день лучше. И мы опирались на источники, вот, где вы были. Все делаете правильно. А ваши где? Где ваш пока? Василий! Ладно, короче, там, может, есть? Надо включить,
Без нас не заходи, мы попробуем вместе заходить. Пойдем к ней. Информацию узнать, когда все. Здесь написано 14. А, написано, какой день? Нет, написано 9. 9, да. Ну, пока я вам. Yeah.